Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Рома, и сегодня мы продолжаем играть в игру Outlast. Остановились мы о том, как мы прибыли вот в эту комнату, которая сейчас находится на заднем плане, и эту комнату мы, в общем-то, открыли с помощью карточки. Карточку мы нашли в каком-то уже другом месте, но это особо-таки не важно, потому что сейчас у нас есть враг, очень злобный враг, который постоянно за нами следит, и сейчас он отключил свет. Ой, ладно, поехали. Спрячьтесь в шкафчике, не пытайтесь... Там кто-то есть! Там кто-то есть! Черт возьми. Чтобы выйти, нажмите левую кнопку мыши. О, боже, 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 боже. Ничего себе, какой он здоровяк-то, а! Он умеет открывать шкафчики. О, нет. Нет, 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 нет. Здесь монстры умеют открывать шкафчики. Это меня не радует. Уходи. Вау. Да нет, вы серьезно? Прям сразу вот так вот, да поехали. Так, он ушел. Куда нам идти? Я вообще в недоумении. Остановились-то мы здесь? Может, что-то еще можно нажать? Нет, потыкать больше ничего нельзя, несмотря даже на то, что клавиатура мигает. Ой, надо все проверить сразу. А то я больше не хочу сюда возвращаться. Пока никого. Все, давайте, побежали, побежали, побежали. Главное уйти отсюда. А! Господи! Мне уж показалось то, что это какой-то враг. Фух! Да, дверь открыта. Тут кто-нибудь есть? Привет. Вау. Не люблю я воду в играх. Но, походу, нам понадобится здесь побегать. Так. Программа МК Ультра, документ ЦРУ, бла-бла-бла, для подшивки тема «Гипноз. Исследования и эксперименты. 10 февраля 1954 года». Да. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда уснуть при указании пальцем. Ой, ладно, все. Чтобы перескочить через что-либо, нажмите клавишу пробел. Там кто-то есть. Кто это сказал? Нифига ж не видно, а. Окей. Привет. Для запуска генератора включите две бензо... Короче, насосы нужны какие-то. И центральный выключатель. Ой, тут кто-то есть. Так, проверим эту дверь. Вдруг что есть. Закроем. Привет. Чтоб включить насос... О, да-да-да-да-да. Что-то мне уже как-то не по себе. Да ладно, здесь можно спрятаться. Замечательно. Мне кажется, или кто-то идет? Ну, без камеры вообще ничего не видно. Лучше с ней. Кто-то идет! О боже! Нет, 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 нет. Отстань от меня. Окей. Пока что вроде все отлично. О боже.
Я чуть в штаны не наложил. Почему в такой неподходящий момент он зашел? Привет? Там кто-то есть? Там никто не ходит. Труп. Труп — это плохо. Труп всегда был плохим знаком. Особенно в таких-то играх. Ой, чтобы заменить батареи, нужно заменить батареи. Да кто там постоянно ломится? Я даже не знаю, где враг. Идем сюда. О боже мой. Вот серьезно, тут обкакаться можно, когда играешь в эту игру. Так, найдена батарея. Спрятаться можно, спрятаться можно. И тут спрятаться можно. Ну что ж, отлично. Буду знать. А, больше это место ни для чего не предназначено, да? Или тут отодвинуть что-то можно? А, нет, отодвинуть ничего нельзя. О, дверь. Офигенно. Hello? 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 Тут кто-то есть? Ага. Я просто хочу помолчать. Когда играю в хоррор, я, наверное, буду всегда любить молчать. Так, спрятаться можно. Куча трупов, это ж пипец. Кто-то идет, что ли? Почему такая музыка? Напряженная. Вы слышите, да? Музыка очень сильно напряженная. Меня она немного пугает. Я тупо не хочу выходить. Черт! 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 Закрывай! О, боже мой! Боже! О, нет, 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 я... меня здесь нет. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Отвали, придурок. Пожалуйста. Видал, у меня камера HD. Не подходи ко мне. Он здесь? Я не хочу сейчас заменять батареи. Вот я так и знал, то, что если такая напряженная музыка, значит что-то не в порядке. Вон он, бегает. Все, идем. Так, он по воде пошел. Он по воде пошел, это хороший знак. Мне там как раз делать нечего. Так, окей. Чё у нас тут? Тут у нас, по-моему, нифига хорошего, да? О, да, то, что надо. Так, все, надо сейчас сразу прятаться, я уверен. Вот сюда куда не спрячемся, если сейчас кто-то придет. Потому что я что-то включил, а если я что-то включил, значит... Значит, сейчас начнется. Зато я понял, если музыка играет так, ну, вы поняли, так прям страшненько, то значит кто-то рядом. Да? Да. Вроде ничего больше нету. Идет кто-то! Страшная музыка. Ну-ка.
Быстрее! Быстрее! Игра меня все больше и больше пугает. Я уже 11 минут тупо со включенной камерой хожу. Как у меня еще только батарейки не кончились. Хотя у меня их там, по идее, до хрена, да? Не открывай! Не открывай этот ящик! Спасибо тебе большое. О, да. У нас все получится. Мы пройдем этот злостный уровень. Только вот куда дальше идти, я не знаю. Я просто не представляю, куда можно идти. Никого. Здесь тоже никого. Поменяем батарейки. Привет. Спрятаться можно, если что? О, черт, здесь спрятаться нельзя, если что. Это ужасно, это ужасно. Вот серьезно, это... Кто-то идет? Не, походу, никто не идет. Запертые двери. Как я вас ненавижу. Хотя когда-то любил. Никого? Ой, я, наверное, тут уже, наверное, повторяюсь раз 300. Так. Вон он бегает. Чё мне с ним делать-то, а? Так, тут никого нет, потому что музыка какая-то напряженная. Он куда-то ушел. Он сюда идет! Давай прячемся. О боже. Это было очень палевно. Ого. Вот слава богу, я туда не спрятался. Он открывает эти ячейки грёбаные. Куда он ушел опять? О боже! Меня сейчас спалят! Не открывай! Не открывай! Пожалуйста! Не открывай! О, он другую открыл, слава богу. Уходи отсюда. Черт. Уходи, молодец. Все, ушел, да? Вот, красавец. Ой, красавец. Потихоньку, помаленьку. Пройдем мы эту миссию. Это мой первый хоррор, и мне вообще пофиг, насколько долго я буду проходить эту игру. Кто-то здесь есть, да? Здесь кто-то ходит. Ой, вон он. Так, куда мне топать? Сзади ничего, да? Сзади вообще ничего. Аккурат. Боже.
Это было страхово. Он на меня так посмотрел перед тем, как выйти. Да блин, ну а куда идти-то? Я там был уже. И там был. У них еще, кстати, глаза светятся. Это нехороший знак. Вдруг они видят в темноте. Оу, oh, е. Yeah. О, да-да-да-да-да. Вот он стоит здесь. Ты меня не видишь, я всего лишь выглядываю. Вовремя я ушел, кстати. Так, ну здесь, по идее, больше ничего не... А, во-во-во, то, что нужно! Все, прячемся. О, да! Мы нашли все, что нужно. Сразу поменяю батарейки. Сейчас, я уверен, они придут сюда. Хоть бы только не эту ячейку. Хоть бы только не эту ячейку. Хоть бы только не эту ячейку. Какие у него страшные глаза. Глазастик прям. Да-да, это призрак. Уходи только отсюда. Почти прошли. Ну когда он там уйдет-то? Музыка все еще страшная. Так, и что мне сейчас делать? Тупо напролом? Меня увидели, что ли? Давай, побежали! О, да! О, да! Все, прячемся! Все, можно камерой больше не пользоваться. Есть! Заметки посмотрим. Я внутри. Повсюду трупы, кровь, бла-бла-бла. Это мы уже читали. Цель, вернитесь в диспетчерскую службу безопасности. Вернитесь. Hello? Не смотри сюда. Насколько я знаю, они иногда могут под кровать заглядывать. Просто так. Так, теперь нужно найти эту диспетчерскую. Но, наверное, все-таки это я сделаю уже в следующей части. Выполнили просто офигеть какую большую работу. По моему мнению, это... Ой-ой-ой-ой-ой, Я не знаю. Я чуть не обкакался. Надеюсь, вам тоже страшно, как и мне. Потому что было бы, ну, не очень круто, если бы вам не было страшно, а мне бы было страшно. В общем, я пытаюсь постоянно сохранять атмосферу. То есть я не кричу: «Ой, смотрите, за нами гонится какой-то призрак! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!» Да потому что я так не буду делать. Ибо... Не хочу, ведь мне страшно. В общем, как я уже когда-то говорил, если вы хотите больше роликов по Outlast, то, пожалуйста, ставьте лайки. Если статистика будет плохая, то я буду проходить эту игру для себя. Если вы хотите больше роликов по Outlast и вообще быстрое прохождение, то есть там за неделю прям весь Outlast, чтобы я прошел и выложил на канал, то ставьте лайки, и все будет, да? Все, я, в общем-то, больше не хотел ничего сказать. Если здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами были Outlast и Лололошка. Всем удачи, всем пока.